В интернете наступает смутное время. Соцсети блокируют одну за другой. Когда YouTube заблокирует, я буду рад вас видеть в своем телеграм-канале. Пока у меня больше идей нету, куда перекатить эту аудиторию, хотя бы оставшуюся или ту, что пришла. Там я выкладываю в основном лайв-контент или же оповещения о своих стримах бывает, но в основном я могу скинуть свою киску или же показать унитаз, обостренный в нашем универе. Подмечу, это унитаз в женском туалете. В общем, давайте не терять друг друга, потому что мне кажется, вероятность блокировки YouTube очень-очень высока. Если не заблокируют, то окей, хорошо, но если заблокируют, то я всегда жду вас там. Ссылка на мой телеграм-канал в описании. Переждем смутное время вместе. Там час, аж надеюсь, час не будет во второй раз, как я в РП захожу. Ку. Опять зашел? Нет, это вброс, они считают. Как они меня узнают? Везите. Не повезут тебя никуда, кстати. Слушай, пошел ты для тебя, кстати. Пошел ты сам в жопу. Расстреляю сейчас. Давай. Вы меня, конечно, извините, но где вы видели такого полицейского, который на обычную реплику в его сторону, не оскорбительную, отвечает хамством, потом получает хамство в ответ и угрожает расстрелом? Шиза ебаный, блядь, еще и по дороге идет, пиздец. Это мне говорит. Ну я тебе это говорю. Ты ж по дороге шел, ты в рот ебал правила ПДД. Значит, мне на тебя пускать, братан. Это у нас сейчас так полиция себя ведет? Я человеческие жизни спасаю, а ты что делаешь? Блять, если ты единственным способом можешь спасти человеческую жизнь, если ты выйдешь нахуй. Это уже оскорбление милиции, да? Оскорбление? Нет, я ничего. Остановитесь, гражданин. Почему? Гражданин, остановитесь. Почему? Вы оскорбили. Чем? Чем я тебя оскорбил? Вы пожелали суицида. Что? Пожелали суицида сотруднику. Кому? Выйти в окно. Остановитесь. Остановитесь, или я буду вынужден применить силу. В смысле, пожелал? Ты это можешь и по своей воле сделать. Что я сделал? Остановитесь раз. Остановитесь два. Ты же себя по-свински ведешь. Ты в курсе, нет? Сдайтесь. Прошу вас. В смысле, сдайтесь, блядь? Я подчиняться буду только в постели своей девушки, и то по настроению. Слышишь, что ты творишь? Вы что делаете, алло? Ты хоть в ситуацию вникни перед тем, как мне наручниками вязать. Вы что творите? Остановился раз. Причину нормально мне объясни, блядь. Придурок, остановись. Придурок это ты, блядь. Ага, отстань от меня, нахуй. Блядь. Но ты, может, хоть что-нибудь сделаешь, нет? Нахуй ты меня еще, ты же не в курсе всей ситуации. Остановись, давай поговорим и все. Я тебе объясню, в чем ты не прав. Алло, бля, я тебе объясню, в чем ты не прав. Остановись нормально, на диалог со мной выйдешь. Что ты себя творишь, бля? Но я думаю, здесь не будет комментариев по типу «Ты просто от него бегаешь и поливаешь его говном». Я пытаюсь его вытянуть на диалог, чтобы он просто стал, перестал меня бить палкой и пытаться закрывать в наручники и просто поговорил со мной. Но вместо этого он либо лупцует меня палкой, либо пытается закрывать в наручники, либо стреляет по мне. Молодец. Ты че, ёбнутый, говорю? Остановись нормально, на диалог выйди со мной. Че ты ведешься как свинья? Че ты? Я тебя спрашиваю, что ты делаешь? Убери автомат пока что. Слушай, мы с тобой на одном уровне. Мы с тобой на разных уровнях, сынок. В общем. Че у вас тут? Я вообще не с тобой не разговариваю. Так все, не разговаривай со мной, иди по своим делам. Че ты ко мне прицепился, лупишь меня палкой, стреляешь по мне? А, понял. То есть, ну, понятно. Оскорбление. Вы несколько раз оскорбили спецназовца. Каким образом, сука, я тебя оскорбил, блядь? Я тебе просто вопросов позадавал, блядь. Каким образом? То, что я от тебя убегаю, для тебя оскорбление то, что ты спецназовец не можешь догнать человека, блядь, или что, сука? Так, окей, давай. Вы должны будете выплатить штраф в размере... Ну, кинул пару слов. Штраф? За это что? Оскорбление. Бывает. Какое оскорбление? Я тебе еще раз говорю, где? С кем не бывает? Процитирую. Выйти в окно. А ты меня в жопу послал, будучи должностным лицом. Ты, блядь, ненормальный.
дальше выбираюсь. Я могу сейчас арестовать, либо просто... Я тебе еще раз говорю, ты сам на это спровоцировал меня. Придурок, я на чубе. Придурок, это ты как раз таки, полоумный, блядь. Угу. Ну, без оскорблений. Пиздец. Ну, давай, ударь еще. Будете арестованы. Да отпусти ты его. За что я буду арестован? Оскорбление. В чем заключается оскорбление? Ты можешь нормально сказать? Ладно, мужик, иди лучше. Да я-то пойду в любом случае. Если он даже мне что-то сделает, то ему иди потом давай. Пизда будет. Да мне кажется, если я просто иди в его секунду. Сторону дышу, то ему уже это не нравится, его это оскорбляет. Правильно, да? Так, ладно. Ты тут ЖБ продавал. Да, привет, еще снова. Раз. Давай тэпнем меня и Раф Симмонса, он спецназовец. Так, все, я тут. О, отлично. И сейчас я тэпну тогда человека. Админ, ты тут? Я всегда тут. А, ну вот, слушай, я иду по городу. Вот. Он проходит мимо банка, просит кого-нибудь его подвезти. Я просто ему отвечаю, что его никто везти не будет. Без оскорблений, да, без ты ничего. Не просто заткни ебало свое, я тебе еще раз говорю, я не с тобой говорю. Вот, я иду по городу, я просто ему спокойно говорю, то, что его никто везти не будет, и все. Вот. И получается, что он начинает на это реагировать таким образом, что достает ствол, говорит, иди в жопу, мне не до тебя сейчас. Идет по дороге именно, по тому месту, где машины ездят. Я иду по тротуару, говорю, типа, ну, совсем ненормальный. Мол, идет по дороге, в принципе, имел в рот ПДД. Я это все оперирую в плане РП-составляющей, а не тупо с какого-то ровного места его начинаю поливать дерьмом. Хотя он сам первый мне сказал, иди в жопу. Это для спецназовца, в принципе, не совсем круто. Вот. И на волне всего этого он говорит, иди типа в жопу, я защищаю, спасаю жизни. Я говорю, да ты жизни максимум я можешь спасти тем, что ты тупо выйдешь. Вот. То есть до этого он не брал в учет то, что он меня каким-либо образом оскорблял, а тут он типа зацепился за это, за пожелание, осуждаю такое, если что, это плохо. Он начал мне нормально... Даже нормально не объяснять причину, он начинает меня лупить палкой, бегать по вот жилому кварталу, там, где еще автобус маршрут ездит. Я у него нормально пытаюсь спросить, в чем дело, зачем ты меня закошь. Он меня раза два точно, может быть, заковал. Я ему еще раз говорю, давай с тобой нормально на диалог выйдем, я тебе скажу, где ты, может быть, ошибся. Может, даже и я где-то ошибся. Он просто в рот ебал все это. Он начинает тоже меня оскорблять. Он начинает меня пиздить палкой. Он начинает меня заковывать наручники. И тут вроде бы я с ним вышел на диалог. Подошел к нему ближе. Начинаю ему объяснять, в чем он не прав. Что он не так сделал. Он тут же достает наручники. Проигнорировав просьбу, которую он по факту принял. Нормально, адекватно диалог завести. Без всяких вот этих вот побегушек с палкой. Он тут же это послал нахуй, всю эту договоренность, достал наручники и начал пытаться меня заковывать. 3,24. Это фри-милиция. Также нон РП. Ты тупое создание. Ты говоришь, что ты отыгрывал РП. Какой сука, ты нахуй, РП? Осел ебаный! Ты тупое создание, это ты! Дебил ты конченый. Ты можешь объяснить мне, в чем здесь РП, когда ты просто идешь за спецназовцем и орешь ему? Сука, кто из нас конченый? Ты сейчас арестуй, нахер, ты меня бесишь. Как ты меня арестуешь, долбоеб. Ураган Кирюха, заткни ебало свое. Ураган Кирюха, поясняй, блядь. Кирюха, сука, отвечай. Признаешь? Да что я тебе... Чё я должен признавать, то, что это дебил тупой, которому заняться уже нечем, он играет на этом сервере. Свои нарушения. Чтобы до кого-то докопаться. Так ты тоже тут играешь, значит тебе тоже заняться нечем. Это просто меня. Чего? На одном сервере меня забанили, кинули в джайл, на втором он исчез. Знаешь, ну неудивительно. Может, все-таки проблема в тебе? Может, все-таки тут создание, которое может заткнуть свой рот?
Я? Нет, зачем мне затыкать свой рот? Хоть мне, блядь, свое свидетельство о рождении цитировать, заебал вот. Цитирую не свое свидетельство о рождении, а твое свидетельство по жизни. А что такое есть? Типа, это стрелка в ответ на стрелку на стрелку. После знания, ты понимаешь, что ты просто не отбил РПД, ты просто пытался докопаться. Тебя пластинку заело, придумай что-нибудь новое, лимонад. Что я должен придумать новое, когда я правду рассказываю? Правда в чем? Потому что тупое создание. Так написал БПБ за провокацию, а не идти на поводу и нарушить. Вы определитесь, тупые создания, чё? То я... Вы определитесь, блин, то он меня провоцирует, то... Тут я сам по своему желанию. У тебя все вокруг тупые создания? Один ты, сука, умный, да? Он не может определиться. 1,3 FNS-админ. Запрещено оскорблять, унижать администрацию, сервер или П. Да он гений какой-то, все вокруг тупые, один он умный, сука. Знаешь, что вы не можете определиться? То ты меня провоцируешь, чтобы я тебя начал сбивать, то я тебя просто так сбиваю. Я тебя не провоцировал, а с тобой диалог вел, и с оскорбления начал ты. Он говорит, что я тебя начал провоцировать. Нет, ты сказал. Ты можешь определиться, братан. Наконец-таки ты уже не тупой, а братан ему, пиздец, поздравляю. В его круг общения достаточно сложно пробиться, я чувствую. Он говорит, что он белый пушистый, просто идет за мной. Ну, я просто шел с тобой, вел диалог. Ты меня начал посылать в жопу. Так зачем ты начинаешь этот диалог, если с тобой не ведут его? Ты мог его попросить так не выражаться. Ты думаешь, я не пробовал? Я его слал куда подальше, чтобы он уже ушел. Так полицейский себя не ведет. Они хуярить его дубинкой. Я не его стрелять. Не начинал. Я не начинал в него сразу стрелять их, я начал дубинкой. Я сначала его начал просто посылать, чтобы он ушел, потому что у меня горел заказ. Меня человека грабили. Понимаешь, что у меня горел заказ, я не мог просто на него останавливаться и болтать с ним. Рэф Саймонс Офишел. Steam 01-527-774. Не мог останавливаться. Steam 01-554-572-521. А ведь правда, слышишь, он не мог остановиться, говорит. Ну что-то вдруг у него, что видимо, заказ догорел. Достал. Я тебя достал. Бибрик? Что? Ты меня столько начал останавливать, ты меня стопить начал, ты у меня перед хлебалом начал становиться, ты понимаешь? Я у тебя не становился перед хлебалом, ты что, ёбнулся? Мы уже шли по дороге. Я просто с тобой диалог вел. Я шел с тобой рядом, недалеко от тебя. Я тебе просто говорю в ответ на твое пошел в жопу. Так ты мог просто внимание обращать. Слушай, мне сейчас объясняют, ты мог внимание обращать, а какого хрена ты обращал тогда внимание на мои оскорбления и отвечал вот. Ты мог внимание не обращать, потому что ты играешь за полицейского, спецназ. Ты не отыгрываешь нормально его роли. Спецназ сдержан, как минимум. Он не будет на каждого попавшегося ему под руку чела кидаться с дубинкой и автоматом. А я в данном случае гражданский, которого просто можно было бы привлечь или же штрафом с самого начала, или же просто устно я объяснить, что привлекал, у тебя работа. Братан, я тебя штрафом предупреждал. Так я уже не тупое создание, братан. Я тебя братаном не называл, я тебе просто сказал. Тебя с памятью плохо. Блядь, ебанутый, господи, пиздец. Долбоебам совсем уже перестали таблетки продавать в аптеке, пиздец. Так вот. Так он сидит. Ты себя неадекватно ведешь. Что-то чмо себя так же неадекватно ведет, ты понимаешь это? Чё я чмо-то? Чё я сделаю тебе такого? Я просто играю с тобой на одном сервере. О, да. Я могу принять это во внимание. И это будет еще одним аргументом. В пользу того, что ты нарушаешь. Так чё, Шизи? Ну, так нормально же, объясни версию свою. Так что, иди в жопу. Нет, я это не буду признавать. В смысле? Ну, это, объясни тогда свою версию и все, и может быть что-то получится. Парень, ты можешь заткнуться, когда с тобой никто я не юный мужичара, блядь. Вот относись ко мне с уважением. Для меня ты всегда будешь мальчиком, иди в жопу. А девочка? Нет, для него всегда будете мальчиками. Даже если вы девочки. Ты объяснишь свою версию нормально? Тебя выслушают и все. Я просто шел, попросил у кого-нибудь автомобиль. Ты начал на меня наезжать и всем говорить, чтобы никто меня не подвозил. Чтобы никто. И начал за мной идти. Ну да, я тебе просто сказал, что тебе никто не даст автомобиль и все. Ты начал всех уговаривать, чтобы мне никто не дал автомобиль. Я никого не уговаривал, за тобой шел, ты только что сам это сказал. А дальше? Ты по следу орал, не давайте ему автомобиль. Вот здесь не надо ля-ля.
Вот это я отчетливо помню. Я тебе говорю, не даст тебе никто автомобиль, за тобой идут. Ты говоришь, иди в жопу. Я говорю, в смысле, а что ты так разговариваешь? Я с тобой просто же нормально, адекватно говорил, сказал, что тебе никто не даст автомобиль. Ты достал ствол? И ты решил его избить и скрутить в наручники. Нет, он потом мне начинает аргументировать это тем, то, что вот, отъебись от меня, иди в жопу. Я вот тут жизни людей спасаю. Я на этот токс решил ему ответить на вот это «иди в жопу». Я ему решил ответить то, что он спасет жизни людей в будущем, если, блядь, в окно нахуй выйдет. Это будет куда полезнее, чем вся его сейчас типа работа. Он из этого сагрился. Он говорит, это оскорбление полиции. Потом он говорит, что это пожелание суицида. Это не так? Это не так? Вот сейчас попробуем предъявить, что это не так. Давай, один. Нет. Чтоб ты сдох, братан. Чтоб ты сдох завтра. Осуждаю. Блядь. Ну все, пизда тебе завтра. 1-527-774. Отмени проклятие. Блядь. Я не хочу умирать. Дядя, не надо. 3,24. Блядь. Господи, сука. Где, блядь, какой конвейер? Где находится, сука, этот завод, где таких ебанатов, как ты, штампут? Я его взорву нахуй, приеду. Нахуй пошел, сука. Пристегивать меня будет только в постели моя девушка, и то по обоюдному согласию, пидорас ебаный. Хуеплет, сука, мил. Ебанутый, ты что делаешь, хуеплет? Алло, голос дай, собака. Умственно нищий долбоёб. Ух ты, блядь, ты посмотри. Ну давай, еще раз. Я тебя выдержу. Массовое оскорбление. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Терпишь. Умственно нищий хуесос. Неполноценная обезьяна, алло. Отвечай на вопрос. Куче. Дальше версия продолжается твоя. Дальше говори. 3,24. Да хватит тыкать, скажи правила нормально. 1,1 рециодив. Получается. Ты уже третий раз объясняешь. Да ладно, Бог любит троицу. Ты в Бога веришь, долбоеб. Ребята. 7,5. Алло, шиз, ебаный. Тобой говорю. А ты, блядь! Нихуя себе! Ты чё жёсткий такой? Стойте, дайте скрин сделать, это ж пиздец! Стойте, дайте скрин сделать, отойди, умоляю, дай скрин сделать. Тварь ёбаная, тебя засняли в прошмандовке твоего села, мразота. Сейчас. Священная месть пошла, ребят. Раз, два, три, разбегаемся. Играем в казаки-разбойники. Давай, нет, погнал. Нет, не надо, я не пуха. Жрак, я могу дать максимум. Голос дай, долбоёб! Давай. Голос дай, говорю, долбоёб! А вы в курсе, что мы нарушаем правила ФРФ с этим придурком? Блять! Опа! Я уворачиваюсь! Стреляй точнее, мудила! Сука! Тварь, я приеду к тебе и выбью тебе нахуй твои зубы, дебил! Оп! А это уворот, блядь! Оп! Так надо развлекаться! Я сломаю тебе колени, сука, чашечки, я с двух ног в них влечу. Блядь, слава богу. Ай, блядь! Ай-яй-яй! Меня за что? Пацаны, тут не хватает. Давай. Хочешь, я тебя захуярю, приеду? На, сука, гнись, тварь, загинайся. Сейчас, стой. Сосать, урод, блядь. Хуеплёт, последние слова твои перед тем, как ты улетишь в бан. Где Стас Аскет? Куда вы дели Стас? Ну, он его пристрелил. Тема. Он да тут спецоперацию, блядь, устроил уже по устранению администрации. Он зарейдил так ее. Так, с пистолетиком висит, хорошо. А с чел зарейдил? Посмотри, да узкие многочисленные. Подождите, у него мека, что ли, у него голова стучит, подождите. Как вас воспитали вообще родители? Сколько ему?
Да не знаю, может лет 10. Я про Джайл. Мне, кстати, может прилететь. Блядь, ну не знаю. Думайте сами, мораль какая. Он рейдил, ты не понимаешь. Это тактика. Он переоделся. Это ж хит. Это ж хитмен. В раз переиграли. Он специально, он лысый, он специально себе бороду отрастил и волосы, чтобы сойти за свою. А потом Джайл. Ой, блядь! Давайте, сейчас я разберусь с ним. Это касается только меня и Мухи. Все, это за эксе, Ебать, курс это выиграет на эксе на СФ-ах, ебаный в рот. Все, ебашил. Boy next door. Разглядеть не просто, а не так, как я.